Всем привет! Меня зовут Владимир Мельников. И я снимаю видео для своего канала на YouTube, в частности про материаловедение. Сегодняшняя тема — это бензин. Но прежде чем начать основную часть данного видео, хотелось бы сказать пару слов. То, что сегодня речь пойдет о бензине, как такие самая простейшая информация о нем, самое простейшее представление. В будущем, конечно, я буду рассказывать о нем поподробнее, если будет желание и так далее. Вот, а сегодня такая основная тема, чтобы сформировать представление, что такое бензин в целом. Автомобильный бензин должен обладать следующими требованиями. Обладать денотационной стойкостью, обеспечивая легкий пуск и прогрев ДВС, двигатель внутреннего сгорания. Вот так расшифровывается данная аббревиатура. Не содержать механических примесей и воды. То есть на пути бензина ничего не должно находиться. А в бензине не должно быть воды или конденсата и тому подобное. Далее. Не вызывать коррозии двигателя. То есть бензин, он должен как-то быстро проходить данный путь от бензобака до двигателя, при этом не создавая коррозию. Вот, если бензин соответствует всем требованиям, всем ГОСТам и так далее, то он не будет вызывать коррозии автомобиля. А если он, как говорят, бодяжный, то, соответственно, он будет вызывать коррозию. Далее. Октановое число показывает денотационную стойкость, характеризующую способность двигателя внутреннего сгорания гореть без детонации. Чем выше октановое число, тем выше денотационное число выше. При детонации скорость горения равна 25-35 метров в секунду. Бензин состоит из ароматических углеводородов, кипящий при температуре ниже 200 градусов Цельсия. Нефтяные оливионные парафиновые углеводороды. Нефтяные углеводороды имеют низкое октановое число, ниже 75. Плотность бензина всех марок не более 0,75 грамм на кубический сантиметр. Это, как сказать, то, что я хотел изложить в письменном виде. То, что хотел сказать устно, то, что бензин — это такой разновидность топлива, с помощью которого может автомобиль ездить. Вообще всего существует три вида топлива. Это дизель, бензин и газ. Что еще? И каждый из них отличается набор характеристик. Кто-то из них лучше, кто-то хуже и так далее. Но о таких вещах я буду рассказывать куда подробнее в будущем. Но на сегодня все, то, что я хотел сказать из основной информации. Поэтому всем спасибо. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, что если есть у кого какие-то вопросы. Также ставьте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И добавляйтесь ко мне в различные соцсети. Я лично этому буду очень рад. Ну а на этом все. Всем спасибо и до новых встреч.